Вопросы экологии Ивановской области губернатор Павел Коньков обсудил 11 мая с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским. Одна из тем – проект комбината синтетического волокна, а именно его экологическая составляющая. Как сообщил губернатор, сейчас получено положительное заключение государственной экспертизы о соответствии всем нормам. Проект готов к реализации. Также стороны обсудили меры по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. В регионе 27 таких мест, из них 19 свалки. По этим вопросам также удалось договориться о сотрудничестве. В ходе встречи с Сергеем Донским глава региона также поднял вопрос реконструкции объекта федеральной собственности – берегозащитной дамбы города Юрьевец. Дамба в Юрьевце, 670 миллионов потребность на ее восстановление, на ее ремонт. И, в общем-то, мы договорились с Сергеем Ефимовичем, что министерство это дело сейчас активно включится. Там, конечно, потребует финансирования.